Всем привет! КМЧ-2. Воюем против корейцев. Очень быстрая война. Так, у нас тут переворот поля. Воюем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 25 на 25 воюем. Давайте возьмем такую команду. Нам тут самое главное снять и убить, да? Так, это у нас фиолетовый. Я чуть с красным не перепутал. Людвига. Так, я хотел сюда взять красные. А он что делает? То накидывает ОРХП, да? Красный хотел взять. Ну давайте красный возьмем. Нам надо будет снять грязь. Так, блин, не хочу на такую команду слабую брать. Вот так, вот так. Так. Вот так. Потом, наверное, так. И так, да? Даже если Людвиг зарядится, мы снимем все это. Попробуем убить. Так, ему помощнее. И, наверное, пойдем. Шесть камней вижу. Так, кого же прокинуть мне? Джоли, наверное, да? Этого же мы по-любому убьем. Что-то он какой-то худой такой. Аж непривычно. Так, один проброс в пустоту какой-нибудь. Какой-нибудь. Все жесть. Какой-нибудь, да. Как старая бабка говорила. Ну, наверное, вот так вот. Опа! И закидываем сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Шу-шуть промахнулся. Ну, ладно. По 600 он ударил, да? 1100. Блин, они такие худые, это прям непривычно. После 3000 хп. Это прям сказка. Сейчас цель выберем и продолжим. Ну почему бы нам сходить не на Даркфизера? Очищает у всех союзников. Дофига хпшек. Прям пойдемте на него. Стандартной командой. Без стеснения. Еще воровать будем у него. И, наверное, возьмем еще вот так вот. Здесь такой отряд. Здесь, наверное. Ну, пусть будет Михаил побольше. Так, да? Ультанет. Ультанет гипопотам украдем. Ультанет Даркфизер. Будет тоже хорошо. Бафы на всех. Тут так все забафаны. Эта тетя что делает? У всех врагов. Угу. Ну, пробуем. Три синих по центру. Сразу же пробуем, да? И по центру.
Так, хватит, хватит. Так, вот здесь аккуратно и... Нет, нет, ну, слепота только, да? Слепота будет? Не, не будет. Так, теперь мы копируем. Вот так вот делаем. Потом... Да, жирный, по нему. По нему, так, он, гад, там умирать не собирается, я смотрю. По 600. Это просто легчайшее. А, посмотрим. Блин, посмотрим, что дальше будет. Пойдем на преда. Пред? Пред. Что-то прям очень мощно. Физеры всякие, Михаилы. Берем сюда Хел, Хаторна берем. Берем Уни. Так. Возьмем сюда съем в виде, наверное. Эвелин, съема по троим, да? Так, зачем нам тут Хел с Хаторном? Хел, чтобы, наверное, замедлять. Нет, Хел, наверное, можно, наверное, все-таки убрать. Эвелин. Давайте не Хел, а давайте сюда. А, мы ее использовали. Так, Аннабель тогда берем. И тогда сверху чем закрывать будем? Монахи. Так, раз монах, два монах, три. Так, он ультует, по-любому ультанет. Я типа Аннабелькой там снял Эвелин. Хорошо, берем Грейс. Грейс берем. Так, вроде бы нормально, да? Кто у нас там по троим? Везде рандом. Уни, наверное, такой отряд побогаче. 26. Да, окей. 20. Так, ну вроде бы нормально. Вроде бы должно получиться. Так. Три тут. Ну, надеюсь, что комбо не полетит сильные. Аккуратненько. Центр выбью. Мамку. Можешь мамку убить? Давайте лучше так бить. Вот так, вот так. Тысяча триста, пятьсот, 1200. Давайте прям в мамку, не жалея. И вот так вот. Тысяча восемьсот. Ну-ка, сколько ты пробьешь? 1600 брони. 1600. Ребят, запомнили? Если 1600 брони, мы будем бить 1600 урона. Блин, вообще капец. Вот это приключение. Так, камушек где-то делся, да? Ой, смех.
Дадим разгону. И будем камушек искать. Все, добили. Так, третью цель сделали. Потратили двух хороших саппортов. Еще третий саппорт остался. Хороший, интересный. Давайте тоже пожести что-нибудь. Это что у нас там? Дарквизер. Где еще есть дарквизеры? Мамка тут по центру. Шалы вот тут есть всякие, да? Не, давайте вот так. Это мы смотрели. Это жестко? Бену. Ок, Тарас, косик. Так, нет. Вот Хелл, смотрю, есть даже. Так, что еще тут есть интересного? А все вроде кончились. Ну, давайте сейчас поищу что-нибудь исходим. Все, нашел я цель, пойдем на гестальта, вот этих вот чуваков всех, которые там убивают всех, там все эти дела. Пойдем отражением, возьмем сюда Айна, Бену, возьмем его. Так, его, наверное, я возьму мамку. Мамка, только мамку надо брать в этом. Да, или в этом? Давайте в этом. Тут у нас хил лучше. И я брал тогда, знаете кого? Для разгона брал миньонов. Вот так вот. Так, для зарядки нам, наверное, лучше сюда. У нас вот этот восстанавливает здоровье. Мы с ним можем продолбаться, да? Он будет там лечиться. А мы не убьем его. Вот это минус. Давайте тогда... Он кто у нас? Он у нас монах гребаный. Давайте тогда вот так вот. Пытаться закидывать туда. Как раз Хонвер будет у нас уходить неуязвимость. Ну, все, пробуем. Поехали. Один хил, правда? Нет. Один, два хила. Пробуем. Снизу зеленый раз. Так, синий я вижу. Давайте синий соберем. Соберем и гесталь, пожалуйста, не ультуй. Не ультуй, стой. Блин. Офигеть. Так, я могу собрать вот так вот. И теперь пусть они все ультуют меня. Я, наверное, хочу выхилить ее. Наверное, выхилить, да? Давайте выхилим. Блин, смотрите, вот гад позорный. Он ударил не туда, куда надо. Хорошо, мы тогда активируем. Мы 4 камня собрали. Пожалуйста, выживите. Да елки-палки. Вот смотрите, они не туда бьют.
Но он должен отразить все это. Да, он отразил. Давайте, наверное, Игнацию блокировать. Два хода контры еще. Мы вот так вот блокируем. Вот зеленый я пущу вниз. Нет, зеленый лучше так вот сделаю. Один ход поднимать буду. Буду поднимать. Ну, возможно, уже нет. Дам хила. Раз, два, три, четыре, пять. И повторно, наверное. Раз, два, три. Да, лучше повторно так сделаем. Блин, почему снялись? Почему этот? От чего там? Офигеть. Офигеть. Пожалуйста, оживите еще чуть-чуть. Мамка, давай, пожалуйста, работай. Ну, елки-палки. Ты мне нужен того убивать. Все подняли. Эй, подождите, не убивайте его заново. Три контры еще. Три контры это хорошо. Вот так вот раз и заново блок. Блин, ну круто получилось. Немножко страшно, но круто. Так, он пусть ударит. Я ему разрешу ударить. Вот так вот сделаю. Можем в контру ударить там. Так, а теперь мы его снова туда. И будем. А, ну все, он умер. Фух, так, это мы что взяли там, гистальда? Ну, такая интересная. Оборона была мощная. Давайте еще поищем, наверное. Есть у нас вот такая вот интересная. Только радия смущает меня тут. Чем смущает? Эфира даешь же себе. Да, это изи цель. Мы сюда возьмем Hell. Его. Так, там у нас никто не бьет. У нас никто не бьет. Но вот эта тетя нам доставит неприятности, да? Будет выводить Overheal. А чистит с нас у всех врагов. Мы тут сюда еще закинем, давайте травилку. И надо какого-то травилку вот так вот. Вот так вот. И чем-то надо закрыться еще. Чем закрыться? Давайте, наверное, знаете, чем закроемся? Что у нас ХП поднимает? У нас у меня и стройка поднимает ХП. Тут реально никто не бьет. Оверхил, оверхил. Есть у меня две карты, которые в оверхил уводят. Знаете какие? Сейчас вы сейчас офигеете. Кошрек, кошрек. Так, итого мы имеем. У нас кто-то бьет, у нас только сокращают и ожог.
и меньше здоровья. Блин, это плохо. То есть наш хил будет подрезаться, это фигня, надо чистку. Надо чистку, это фигня, короче, убираем. Ладно, если это фигня, тогда мы сделаем вот так вот. Вот так поставим гримбла. Блин, гримбл нужен так-то мне. Ну да, он нужен. Ёлки-палки, не знаю, что делать. Я, наверное, с цели слетел уже. А хил мне нужен. Там у меня, смотрите, у меня вот эта тетя будет еще меня пытаться травить. Так что хил надо брать. Тогда берем ее. Берем сюда Рейну, Гримбла сюда. Где Гримбл наш? Вот сюда. Блин, потерялся в героях. Вот так вот. И Гримбл. Это мой жир. Токси. 800-1600. Так, давайте вот так вот оставим. И поехали. Снизу раз. Так, кристалл желтый. Я его подниму. Нет, фигня. Раз подниму. Два подниму. Тоже фигня. Крутим тогда. Все, набрали. И теперь ворую ману. А может быть нам убить сразу? Вот эту мою тетю сейчас убьем просто-напросто с 1500. Или сюда травление забросить. Так, ну, или может быть еще по центру кинуть травление. Нет, мы там дозарядимся. Давайте сюда. Блин, жив, жив. Дадим Птоломея, наверное. Да всех можно дать. Давайте всех дадим. Можно еще миньонов скушать, почему бы нет. Блин, это изи цель, я не знаю. Грамотно собрать команду. Мы сейчас убьем всех, оставим. А, у нас миньонов не появилось, кстати. Мы давайте всех убивать нафиг. Черт, блин, это было больно. Да, вот так вот. Вика даже не стала сопротивляться. Так, живучая тетя. Давайте еще раз хел. Так, это был пятый шот. Пятый. Давайте еще одну посмотрим команду. Мне еще зеленые остались. Зеленые с... Хорошо, сейчас поищем на зеленых что-нибудь. Так, нашел я такую команду. Но меня смущает сильно магний, потому что он нафиг убьет меня. Убьет. Так, а еще почему он смущает меня? Потому что я не смогу на нее повесить ничего, да? Но все равно попробуем. Я сюда возьму Гуанюй. Вот эту даму. Ворота обязательно. Умура. И вот эту вот новую имбу.
Да, все, оставляем. У меня будут овороты, у меня будет овер ХП накидываться, срезаться урон и реген маны. Все, пробуем. Последний тапочек. Там все остальные такие извороченные. Надо тапоки собирать, думать там. Ну, рискованно в каком-то плане. Так, что у нас тут есть? Я нашел зеленый. Это раз. Это два. И это три. Будем сначала правых убивать. Блин, ну зачем? Зачем, зачем, зачем? Так, есть один минус. Он воскреснет. Один здоровье. А, можем подождать даже. Но тут камушки есть. Но 3000 хп, сопротивление. Мы только вот эту тетю убьем, а тут мы... А тут тоже сопротивление. Блин, что делать? Давайте подумаем. Самый плохой исход. Я его не убиваю. Ее не убью. Ну нет, я их точно не убью. Убью, наверное, только ее. Все, угла тут не будет. Здесь я могу его точно убью. Это может сопротивляться, тоже могу не убить. Ладно, у меня там увороты будут. Давайте пробовать бить сюда. Поехали. Срезали. Сопротивление. Сопротивление бесполезно. На сколько ходов? На 6 ходов. 6 ходов, офигеть. Все, давайте пробуем. Шесть ходов. Камушек, где ты? Где ты? Еще чуть-чуть, чуть-чуть надо додавить. Чуть-чуть, чуть-чуть надо. Блин, то, что та тетя сейчас будет ультовать, это мега плохо. Ну давай, давай, зеленый, давай. Блин, как больно, штукарь. Так, вот эта тетя сейчас снимать будет. Но не факт, что она снимет, у нас уклонение. Тогда бахаем. Снова будем бафаться. Блин, зеленого нету. Еще один ход.
Вот так, а тут все спало, я не пойму. Еще один ход. Ход-пароход. Давайте красный. О, зеленый вышел. Эх, надо пробовать. Пробовать надо. Тридцать пять маны. Четыре камня запущу. Нет, вот здесь запущу. Блин, Вивик, а зачем ты выхиливаешь заново их? Ладно, что я туплю, давайте правый фланг вынесем. Нет, я не должен проиграть. Не хочу проигрывать. Пожалуйста, уклоняйтесь. Нет уклонения. Уклонения нету. Блин, ну просто долго камня не было. Это, ну, блин, это фигня. Давайте все уклоняйтесь. Снова нет камня. Уклонение висит. Это какой-то... Блин, ну как, ну почему? Уклонение повесили? ХПшку давать не будем или будем? Давайте дадим. Да, дали, хорошо. Все, сейчас убьем. Терпите, терпите, ребята. Терпите, чуть-чуть осталось. Сейчас дырку сделаем тут. Сделаем, пожалуйста. Не сделали дырку. Мы дырку там не сделали. Блин, сейчас бы дырочку закинули бы. Давайте, давайте, живите, еще чуть-чуть. Чуть-чуть надо, чуть-чуть затерпеть. Минута, полторы. Уклоняемся. Молодцы. Поехали. Вот тут вот. И давайте йо-йо-йо-йо-йо. Тихо-тихо-тихо. Все, стоп. Давай. Ах, тут надо было не так бить, ну ладно. А, черт побери, не убили. Снова 2000 хп. Давайте, чуть-чуть дожать надо еще, чуть-чуть. Вот вижу камушек. Вика, терпи, терпи. Сейчас мы освободим тебя. Ах ты, ёшкин компот. Да зачем так много? Вот, все, оставляйте. А у них ХП срезается. Я же им подрезаю алмуром.
Блин, ну это как бы круто с одной стороны. Не вижу камня, камня не вижу. Не вижу камня. 11 минут, секунд. Давай, нет, нет. Больше ультовать будут. Да на тебя, игра. Так нечестно. Я выиграл этот бой. Просто камня не было и все. Все. Я доволен, что еще сказать. Было интересно. Не буду задерживать. 37-0. 37 это полторы. Ну, не, мы 1000 по-любому должны набрать. Тем более, я тут жесткие цели взял. 2 Даркфизера, да, взял я. Гестальта взял, тоже мощная цель была. Это я не брал. Вот этого, да, я брал чувака. Или не брал я его? Блин, не помню уже. Вот этого я брал. Это изи было. Это я не брал. Ну, тут, блин, не хватило. Децл. Ну, все, давайте тогда. Напишу потом. Скрины смотрите, выиграли или не выиграли.